До нас сьогодні завітала візажист Юлія Мачула. Вітаємо тебе у нашій студії. Доброе утро. Настало літо, його так сильно всі чекали. І що ж робити? Та косметика, яку ми обирали взимку для нашої шкіри, вже не підходить. Вона є занадто тяжкою для нашого обличчя. Юлька, що поради, що обирати нашим миколаївським дівчатам для того, щоб влітку виглядати неперевершено і щоб ця косметика дійсно підходила під пору року? Да, действительно, наконец-то мы дождались лета, уже плюс 31 и будет еще жарче. Но это, конечно, тяжелое время для нашей кожи, для наших волос. Во-первых, нам нужно позаботиться о защите и об увлажнении, потому что не только жарко, но еще ультрафиолет – это главный враг молодости. Это сухой воздух, это кондиционеры. То есть, конечно же, мы заменяем наш уход, наш крем увлажняющий, добавляем еще увлажняющие сыворотки, увлажняющие эмульсии, и за час до сна обязательно используем. То же самое обязательно используем увлажняющие бальзамы для волос. Следующий важный фактор – это защита от ультрафиолета. Очень много декоративной косметики сейчас уже содержит в себе ультрафиолетовые фильтры. И мы можем пользоваться тональной основой, можем бальзам для губ использовать с ультрафиолетовыми фильтрами. Рушка, они... А ось на цьому хотілося б зупинитися детальніше щодо косметики декоративної з SPF-фільтрами. Вони дійсно захищають, чи варто все ж таки під тональну основу наносити SPF-крем для того, щоб точно зберегти свою шкіру? Якщо ми... идем загорать, купаться, да, там, где есть водоем, бассейн, когда идет отражение от воды, когда ультрафиолетовое излучение еще больше, нам, конечно же, нужна защита именно от ультрафиолета. Мы уже не столько думаем там о каких-то декоративных свойствах косметики, мы используем именно солнцезащитный крем. Но он, конечно, не справляется с теми задачами, которые мы ставим перед декоративной косметикой, да, это не основа под макияж, это именно защита. Если в условиях города просто, да, для работы мы используем макияж, мы можем пользоваться декоративной косметикой с ультрафиолетовыми фильтрами. Это и BB-крем может быть, это может быть и тональный флюид, это может быть даже дневной крем с SPF-защитой, но этот компонент обязательно должен присутствовать. А закрепить тональную основу нам поможет минеральная пудра, мы уже о ней как-то говорили, это универсальное средство, а летом это просто незаменимо, потому что мы можем в течение дня обновлять макияж и не перегружать лицо, лицо будет дышать, поры не будут забиваться, плюс минеральная косметика не содержит никаких жиров, то есть макияж не поплывет, это тоже очень важно, и мы можем взять такую пудру с собой, не бояться, что она где-то там на жаре, что-то с ней не случится, да, то есть она прекрасно хранится в любых практически условиях при любой температуре. То есть, если минеральную пудру или минеральную основу можем взять с собой, а что до губных помад, декоративная косметика для наших губ, когда мы ее используем, какую варто выбирать, и также в таких условиях спеки, как правильно ее носить в косметичке, чтобы она действительно сохранила свою форму? Да, действительно, форму. Высокая температура – это враг помады, естественно, там есть жировой компонент, который может растаять. Лучше, конечно, использовать блеск для губ, опять же таки, бальзам с защитой от ультрафиолета. Но если уже использовать помаду, то это больше для вечернего макияжа и какие-то стойкие текстуры. Есть как бы еще такой скорее миф, да, что в летнюю вот такую жару очень хорошо использовать стойкую косметику. Тушь водостойкая, водостойкая помада. Но на самом деле, если вы действительно планируете нырять с вашим макияжем, тогда вам действительно понадобится. А для ежедневного макияжа это очень тяжело для кожи, потому что это еще больше пересушивает. Например, ресничкам это совсем тяжело пережить ежедневную водостойкую тушь. Они иссушаются, истончаются, становятся хрупкими. То есть вполне достаточно обычной туши, да, но лучше использовать ее меньше, потому что никто не хочет так быть немного на панду похожей, поэтому не будем рисковать. Вот. Но со своими стойкими свойствами, да, водостойкая тушь, нам, конечно, пригодится, если у нас это какой-то отдых возле воды. Юль, багато дівчат влітку відмовляється від туші для вій, від олівців для брів. Вони використовують або біотатуаж, або фарбу для вій та брів. Що ти можеш порадити нашим дівчатам? Да, це дуже хороша альтернатива використання косметики, тому що стойка косметика, да, ми вже сказали, це тяжело. Це ще дополнительное испытание и для кожи, и для бровей, и для ресниц. А на летний период окрашивания, допустим, той же хной, да, биотатуаж, это и уходовая как бы такая процедура, и как перманентный такой макияж, который там несколько недель
можете забыть о туши, о карандаше, не беспокоиться о том, что с макияжем что-то случится от жары, потому что все-таки на жаре у нас потовые железы работают интенсивнее, да, это плюс еще к тому же перетягивает больше загрязнения на кожу, то есть минимум косметики – это только за, поэтому использовать стойкие окрашивания – это очень хороший вариант для лета. А вообще ты порадишь, який колір обирати русявим дівчатам, блондинкам чи темноволосим шатенкам? То, что касается окрашивания бровей, сейчас есть такой тренд, даже очень светлые блондинки используют яркие, темные, даже можно сказать, черные брови. Но это скорее такой модный, да, нюанс, который там, он очень хорошо там на подиумах смотрится, на каких-то фотосессиях. В реальной жизни нужно руководствоваться одним таким правилом. Брови должны быть либо на полтона светлее волос, либо на полтона темнее волос. Это универсальный такой вот совет, он подходит абсолютно, его можно использовать всем, и не нужно там искать какой-то там особый оттенок. Можна пользоваться от именно своїм цвітом волос, від нього відталкуватися. Ми поговорили з тобою про вії, про брови, проговорили, як правильно доглядати нашими вустами, а щодо наших вилиць, контурінг, ми його обираємо влітку чи відмовляємося? Ну, конечно, контуринг – это довольно-таки тяжелый такой макияж, да, он используется несколько там тональных средств, несколько оттенков, плюс это обязательно должна быть база под макияж, этот макияж нужно закрепить стойко в жару, когда у нас интенсивное солнце. Это не лучшее решение, потому что кожа не дышит, потому что используются плотные текстуры, и вообще от румян и от контуринга, вот от каких-то таких вот ярких акцентов макияжа лучше отказаться. То же самое касается и теней. Максимум это какие-то минеральные тени, опять же таки естественных оттенков. Если мы уже используем интенсивный румянец там или контуринг, это скорее вечерние варианты, да, там лето, отдых, вечеринки, но не на солнце и, конечно, не на пляж. А ось які найяскравіші та, можливо, наймодніші зараз відтінки кольорів можна обрати для свого макіяжу? Сейчас очень модно цветные туши. Это очередной тренд этого лета. Он как бы уже не новый, но он остается с нами. Даже используются вообще нетрадиционные оттенки, там, допустим, желтая тушь, да, или там оранжевая, которая вот совсем у нас не ассоциируется. А не будешь выглядеть, как пташка мандаринка? Ну, можно использовать, опять же таки, если есть какой-то повод, и можно добавлять, вот использовать, например, темно-коричневую тушь, которую используете ежедневно, да, там, или черная. И только кончики ресниц подчеркнуть, допустим, там ярким каким-то акцентом. Но опять же, это можно подчеркнуть какое-то что-то в одежде, допустим, да, будет у вас такой же яркий акцент, там, либо это будет яркий блеск для губ. То есть, если мы этот макияж сбалансируем, но если это строгий какой-то деловой стиль, и у вас будут красные ресницы, ну, возможно, это будет не совсем уместно в офисе, допустим. Тож, підсумовуючи наш сьогоднішню розмову, що ми обираємо? Ми обираємо мінеральну пудру. Обязательно мы выбираем защиту от солнца, да, легкие какие-то текстуры, флюиды, BB-крема. Мы обязательно увлажняем кожу. Очень хорошо с этим также справляется в течение дня термальная вода. Угу. Либо просто минеральная вода, которую мы наливаем в бутылочку с распылителем и в течение дня пользуемся. Это еще и закрепит макияж тоже, не только увлажнит. Мы используем блески, либо бальзамы для губ. И яркие акценты мы используем в вечернем макияже. Дякую тобі велике за сьогоднішні поради для наших телеглядачок.